Ай. Блять, взрывашки. Давай, серьезно? А, ну хоть убили. Эйко, где бы ты ни была, спасибо. Твой подвиг не будет забыт. Рукавицы дали, и синьки, да. Двести пятьдесят. Блин, я пока оставлю эту. Мне, блять, одни револьверы дропнулись. 243, ладно. О, шлем 259 выпал. Хуенький, нет, мне нравится. Ну ай, ну все, ну вот и дальше ничего не знаю. Ну вот и дальше не буду ничего знать, все. Че, следующую или на орбиту вернемся? Да пофиг. Погнали лучше на ферму, сдадим ему эту хуйню. Такая немного. Репутацию. Выполнил, в принципе. Я в принципе немного выполнил. А это пофигу, у него же так же, как у этого. ПВП? Да. За 20 там же левел. Угу. Снайперской винтовки. Суперспособностью. И боссов. Сейчас приду. Давай, Кузь. Угу! Сова говорит, угу. Блин, нихера себе масочек. Тоже неплохая. Бля, какая. Ух. Так. Предметы. Забрать, забрать. У меня вот побеждено врагов 7 из 25 из ракетной. А, погоди, так я же лидер, да? Mm-mm. А, ты? Да. Мы только полетели на ферму. Сейчас, погоди. Шлем пиздатый, но он не смотрится. А, мне выпал шлем, ой, рукавицы, но без этих, без бафов. Mm. Не, мне тоже шлем выпал, но он без бафов. Он только тяжелая броня, все. Mm. Опа. Тут такое, такое. Что-то странное. Единственное, что обидно, то, что я без этих. Без в чего? В итоге остался. Ну, как они там называются? Энграмма. Mm. Это единственное, что обидно. Ну, до 30 уровня, да. Да. Так, что по предметам? Это... Во время налета. О, надо еще вот это будет использовать. Заодно призматическую грань потратим на ферме у этой дуры. Mm-hmm. А, стой, погоди, ешка. А, вернитесь к завале, чтобы получить награду. О. Я твоего завала, знаешь, где на завале вертел? Mm-hmm. А ты красил корабль? Mm-hmm. Нет, вроде. А. Не, вот налет это довольно-таки прикольная фигня.
Просто вот у тебя корабль, он к покраске больше подойдет, чем мой. У меня-то есть основной цвет, то это весь корабль покрывает все. Ну это да. Я тут кусь герми и не лапси за ушки. Я вот это прочитал, но не вслух. Опа. Надо чуть-чуть чатик. I love little goosey. Че? А? Во, кстати. Про что я говорил, гуси, да. I love little goosey. Про что я говорил? Короче, у меня тут корабль, вот, который я тебе, помнишь, чешуе говорил? А, и это вот, кое-что сделаешь? Ты знаешь, что я имею в виду. Чё? Ну, догадайся. Равно? Я в чатик написал специально. Ну, равно. Да блин! А, типа, нахрена мне модеры? У меня тут, типа, чат-то не такой активный, чтобы следить за ним. Ну, так. О, почта доступна. Говно. Рад новой встрече, страж. Говорят, твоя разобрать. Там такое устроила. Вот бы видеть такое рвение во всех операциях авангарда. Винтовка. Молодец. Ну ладно, ладно, уговорил. Импульсная винтовка, винтовка, автомат. Я лучше автомат возьму. Это круто, да. Нифига, за десятку у него вообще, да, с двадцаткой ты апаешься. Ну, так я и говорю, да. Кинетическое оружие, эмблема. Прошу прощения, я задумалась. Ничего, так местечко. Тебе что-то нужно, страж? О, 256. Значит, ничего? Точно? Гей, а вот я сомневаюсь. Надеюсь, тебе не придется искать. Резервный боезапас мечей. Охудеть. Повязка варлока. Резервный боезапас мечей. Ну, это тебе выпало? Да. Это бафчик. Неплохо. Надеюсь, ты с новостями. Не спеши. Постарайся понять мир вокруг себя. Чего этого педика? Принцесска, если Косик говорит надо, значит надо. Не согласен. Бафчик, бафчик. Ну и это, к этой дуре подойди, призматическая сеть. Активировать. О, украшение на оружие. Какой дуре? Ну, который это за серебро что-то продает. А я, по-моему, нету. Ты испытание завершил. Ну и чё? Взгляни. Ты ее получи сначала, призматическую грань, а потом к ней подойди. Ну, типа, у меня нет ничего, я завершал уже испытание. Да? Ну да. Так. Рада тебя видеть. Полоса неудач. Прошла битва. Так, сейчас, это ненадолго. Ну чё, может по сюжетке? Или на ПВПшечку? Давай, мальчик, сбегаем. На ПВПшку давай. Думай, сколько потребует. Как раз у меня оружие новое, потестить будет. Я тогда сейчас сразу же поменяю на револьвер. 242 и... Шная винтовка, автомат. Это плазменный, я думаю, нормально, в принципе, будет. Надо только посмотреть, что у меня там по контрактам. А, я понял, у меня все эти ПВПшные выполнены. Максимка вернулся. Вы бы знали. Погоди, а мы же сегодня, да, как раз собирали эти сундуки? Да. Блин, это пипец был прям вообще ужас. Здорово, Саш. В смысле? А, Лоцент, привет. Привет, Лоцент. Привет, не черепашка, да? Джон. Ой, я Сашке обещал на стриме это ссылочку, да, кинуть. Какую? Ну, там одну хорошую. Да? Или я не тебе обещал? А то я тебя и кинуть могу.
Да. Ну, блин, видишь, сегодня стрим не по той игре, так что, увы, ах! Но да. Спасибо, что пришел. А! Веселый ты парень. Веселые ребята. Тру-тру-ту-ту. А также их родители. Тру-тру-ту-ту. Я с ноутбука. Чё? Я с ноутбука, а не ПК. Так что? Так что теперь будешь сидеть у меня на стриме, да? Ой, ну понятно, понятно. Не, ну я прям покраснел, конечно. Спасибо, да. Да. Угодил, негодник, а. Я бы не скачал. А, ну ладно, тогда не дам. Тогда не дам, да. А я не дам, а я не дам, я не дам, не проси. Долго еще стрим будет идти? Ну, часов до 12, сейчас сколько, кстати? Половина до 11. Ну да, я думаю, где-то до 12, до часа, потому что я сегодня мало спал. Я, кстати, все-таки поспал после этого. Часик, правда, но поспал. Понятно. Так, надо на отслеживание поставить. Понимай, куда бежать. Ай. А, по-моему, уже, да, неправильно бегу. Погоди. Да, мы не в ту сторону. Ага. Ну ладно. Саша, привет, Оля, привет. Дай деревце. Блин, да, надо все-таки на отслеживание поставить, а то... Кого? А, меня телепортировало, ну ладно. А то я смотрю, у меня это в персонаже красная надпись. И хорошо. Ну-ка. Не, пока нет. Так, нужно на ноутбуке поменять клавиатуру, одна буква не работает. И на это говно я минут через 10 приду. Давай, Кусь, удачи. Возвращайся. Во. Одна кнопка не работает. Это какая? R? S. Это получается, ты пишешь у-ука. У-ука. Сова говорит у-гу. А Сашка говорит у-гука. Тебе предстоит нелегкий путь. Поэтому да ладно, что, мы тут уже ходили. Ну, что похрен. Эй, насколько особен? Никаких остановок. Надо пробраться на объект и захватить транспортный кабал. Да. Мы должны добраться до всемогущего любой ценой. Блять, вот хитрец, а. Завала, мне нужно кое-что у тебя спросить. Когда ты сказал нашему стражу, я цитирую, мне нужен Кейт. Ты не на руках, не знаю. Не прослезился. Ну, у меня загрузка, это нормально. Не прослезился. Холидей, докладывай обстановку. Не, я про то, что этот Кейт с Завалой разговаривает. Скоро прибуду, команда. Птичка неповоротливая. Ну как, очень нормально? Ты дурень, что ли? Ты дурак, или шо? Подожди, нам правильно туда. Вот ты молодец, конечно, да. Чё, исчезновение? Ты там долго будешь стоять? Сколько хочу, столько и буду. Стоит он там. Этот красавец.
Красавец должен быть вам знаком. Ой. А боёй. Стой. Стой. Да блин. Чё, поехали? Я тебя покрутил. Я тебя сам покрутил, понял? Я твою покрутилку на крутилке вертел. Да ю... Ну ладно, поехали так. Да поехали, поехали. Да подожди. Да поехали. Да поехали, говорю, ну, стоит, блин. Так, все, ехай нахрен. Я на щуке поехал. Туда же так. Блин, вот это чего мне нравится. О, это даже не щука. Ага. Это даже лучше. Ю, нихера у нее ускорение. Страж, обращайся, если тебе понадобится еще одна. Аля какая. У меня таких много. О, бери. То есть мне ничего, а им танков сколько угодно. Опа. Ну ладно, ладно, уговорил. Давай. Танк ящер. У, сука. Нахта. Да блин. Я врезался. Эхо. Чпоник. Привет. Здрасте, да? Угу. Чпоник. Привет. Здравствуй. Привет. Так. Через Ctrl-S, а потом Ctrl-A. Ну блин, муторно. А, самолетик. Самолетик. Я, пожалуй, новый возьму. Да я, пожалуй, слезу. Нам еще пора как бы. Я хочу убивать станка. Убивай. Бом. Бом. Да в смысле? Я заеду, сука. Да не, не заедешь. Уверен? Угу. Что ты скажешь, да, насчет этого Илон Маска? Я тут так подумал, не факт, конечно. Но все же. Будьте начеку, транспортник уже заведен. Вам нужно поторопиться. На том транспортнике тут. Сейчас он ваш ключ к всемогущему. Спасибо. Да, я говорю, не факт, конечно, но все же. Ты не будешь брать? Да не нахрен. О. Понеслась душа по кочкам. Да возьми лучше. Да, все же. Блин, мне единственное, что надо поменять силу. На электро. Поехали. И, конечно же, у Красного Легиона тоже есть танки. Ну да. Ты как думал? Все так просто, что ли? Белкин. Опа, привет. Добро пожаловать. Что
знаешь, они убрали мост. Кит так с такой обидчивой. Это белка. Это белыч. Он написал, это белка. Это белыч. Белкин белыч. Белыч белка. Да в смысле, блин, все? А, нет. У-у-у, понятно. Тут песики меня ждут. А, и не только песики, да? Ну ладно. Блин, а можно мне такое же оружие? Пожалуйста. Да, тебя тут просто не было. Аня, которая. Да. А доказать сможешь? Они обычно хорошие донаты кидают. Не, я, конечно, ни на что не намекаю. Вот. Но все же. Ты, кстати, ты... Да, ты там это... Я понял. Показать или скрыть? Я так понимаю, там что-то ответили на доказать, да? О, новый левел. Найс. Ну я поехал, поехал. Да. Да ну вас нахрен. О, пациенты тут. Я понял, найс бейт доказала. Нет. Да, это не было, значит не верю. Значит это белыч. А, стой. Чё, я мёртв. А чё ты не возрождаешься? Ну, потому что я чат читал. А. Там интереснее, чем тут. Чё? Подожди, это тебе, да, походу? Да, я здесь. Нет, это я имею в виду оптический прицел. Да. Ну ладно. Давай! Вперёд! Чпоник? Да в смысле не попал? Чпоник, говорю. Еще раз, чпоник. Все, до свидания. Пать, он улетел. Вообще вижу. Да в смысле про... Ай, понятно все, да. Че? Да, снайпер в деле. А. Тут, кстати, специально для тебя платформа. О, тут танк стоит, нормально, все, поехали. До свидания. Донейшн упал, поэтому никаких донатов. Угу. Да, конечно. Мы почти что работает он. Туннели, ну, по крайней мере, часов 7 работал. Отлично. Последняя преграда на вашем пути к всемогущему. Думас не сломленный. Он кровавый страж. Один из изгнанных. Я тур. Я тут. Он сегодня болеет. Так не верю. Не помочь. Ну, Тивана донатить не могли. Щитами. Шевелись, блять! Е! Не толкайся! Е! Гад! Погоди, видишь те генераторы? Вот плацента докажет. Нужно их вырубить. Ничего не знаю, вы в сговоре. Аня, это Аня. Она через все может донатить. Да. Она найдет способ. Даже когда сервис отключен. Она сама управляет этим сервисом. Ну. Скажешь, давай, ну-ка, мне тут задонатить надо. Так что не надо. Ой-ой-ой-ой, походу я зря вышел. Да? Вот, ну, кстати, это оружие. Давай. Видишь? Ну вот, слышишь? Я с другой стороны. Понятно. Ладно.
Слушай, а че я парюсь? Ну-ка, погнали. Опа, а вот и донатик пришел. Спасибо. Приятненько. Правда, что-то не испугался, но ладно. Ну что там с генератором? Да сейчас, ну. Жди. А где генератор? Его надо уничтожить. Ну вы вдвоём сидите. Ну ладно, ладно, верю, что это Аня. Все. После такого можно и поверить. Спасибо большое. Не дайте ему взлететь. Пара снарядов выхлопные и дело в шляпе. Сейчас миссию завершим и прочитай донатик. Подавись. Спасибо, Анют. Чмойки, чмойки себя в щечку. Билочка ты наша. Все, минус корабль. Пойдем искать Тумаса. Отлично, страж. Кейт, ну все нормально. Все это закончится, я поговорю с Коледой насчет танка. О, и я по тебе скучал. Ой, нормально. Ребят там развлекаются. Дожди. Только лидер боевой группы может запустить это задание. Так запускай давай задание. А? Так у меня оно закончилось, алло. Я гружусь. Ой, ну ладно, ладно, уговорил. Ну, пойду пока в это. Donation Alert, посмотри, что там. Анька. Ну, пиздуй. Да в смысле, слышь? Где уважение к стримеру? Я не понял. Эй! Эй! Блять, меня на собственном стриме же оскорбляют. Сука. Ну, правильно, так и надо. Ебать, обида. Муа, сученька. Да в смысле сученька? Пока не сученька. Пока просто спасибо, Аня. Еще не факт, что купила, понятно, да? Вот. У нас тяжело купить, да? Да. О, у Белки тут власти нет. Да. Я, сученька, слишком дорогая. Сученька, сученька. Эй, а чё реально Donation Alert повис? Сука. А вот это обидно уже. Мы на равных, Белка. А чё там написал-то? Кто? Ты говоришь, скрыть или показать? Да. Не, ну мне чисто интересно. Тот самый донат, которому они Джо кидали. А, ну ладно. Ну, слово это. Точнее, хэштег. Самый первый. Хэштег, ебать ты охуел. Не-не-не-не-не. Не, я просто смотрю тут с принцесской, слыши. Да не это. Имеется в виду то, что они здесь сидят. Все, непонятно, да, там. А чё, Тёма там стрим ведёт, да, уже? Тёма не стримил там сегодня. Странно, он же выпускал, нет, объявлений? А, это диван был. Это дивашка был. Дивундель. Нахрен. Так, я пойду пока тогда попробую зайти в Donation Alerts. А на тебе оставляю миссию добежать до миссии. Вот. Run Forest, run! Наглый вообще. Беги, Лес, беги. У него винда болеет. А, да, он так запись сегодня делал. Только стримить начал. А уже охуевший. Да в смысле, ну? Я ж любя. Ань, ну, ну ты чего? Я ж тебя прям в пузико так. Ну? Хочешь в твой орешек прям так? Могу, понимаешь? Да в смысле я, ну? Но я не охуевший. Да он не заходит. Я так пониже пусть. Тет-а-тет об этом поговорим, Ань. Тет-а-тет. Только тет-а-тет. Вот. Тут дети, тут нельзя об этом разговаривать, понимаешь? О! Добрый день. Готов, мы на транспортнике.
Хорошо. Ваша цель — Тумас Несломленный, один из избранных Гоула. И все-таки, по-моему, это из-за тебя у меня так долго грузится. Нет. Пока вас не было, Хоторн с ним уже столкнулась. У нас грузится одинаково. Ну не скажи, я обычно быстрее бегал, чем ты. Я типа на миссии уже загружался. Прорваться на главную. Там будет Тумас Несломленный. Так, ну тихо. Окей, прорвемся. Да в смысле, слышишь, ты куда там поехал? Я вперед. Нафига ты, блин. Ой, сейчас бежит. Меня не видно. В смысле тебя не видно? Ну, у меня гранатка такая. Я понял. Я думал, опять баг поймал какой-то. Скучно. Да в смысле? Неразвратный стример. Я тебя тут в пузико целую, а ей скучно, ну. Кто тебя еще в пузико будет целовать? Поэтому не надо этот скучный стример. Я пойду удачно поиграть. Давай. Удачи, Кусь. Давай, Кусь. Аня, ты там на картах практикуешься? Давай найдем консоль со схемой корабля. Самое неэротичное, что я слышал от мужчины? В смысле? В смысле? Вот сейчас было обидно. Прорваться на главную. Погнали. Ой, ну и ладно. Пусть твое пузико кто-нибудь другой целует, понятно? Все. Будьте осторожны. В команде, которую я потеряла, были отличные бойцы. Из самых лучших. Наш страж. Пузико, ты котейку целовать будешь? Я не люблю котов. Дело. Я максимум его на шаверму пущу. Насколько я помню, без света вы от меня не больно-то отличаетесь. Я прям терпеть могу котов. Не, типа, если у кого-то есть, то как бы окей. Я ничего не имею против. Вот, но себе заводить это такое себе. Ой, все, пока. Да в смысле, Ань, ну? Ну ты же белочка, а не кошка, ну? Не будь киской. Влезай в тот воздуховод. Он идет туда, куда нам надо. Да куда? Какой воздуховод? Ай, тяжело. Жаль, меня там не будет. Уж я бы постреляла. Можно что-нибудь попроще для тупеньких? Нет. Ну, пожалуйста. Время еще придет, Хоторн. Жду, не дождусь. Я. Давай двигай с ракой. Хрена-то наглый, конечно. Белка, ты же ненадолго уходишь, да? Да, конечно. Аня, возвращайся, ты чё? Ну, мы ж тебя любим, ну. Ну, чё ты, ну? Хочешь, я тебе педигри куплю? Подкуп белки. За её же донат. Сколько, кстати, педигри стоит? Не знаю. Он не окупится? Не любите вы меня, донаты выпрашиваете? Да никто не выпрашивает, ну я просто да, говорю... Да, да, да. Да в смысле, ну? Не выпрашивал он. Не выпрашивал? Я просто сказал то, что Аня хорошо много донатит, ну. Знает, что за ним это вообще ты сказал то, что это этот, Белка. Точнее, Белкин, а не Белка. Ну, а да, я забыл то, что Аня косякнула с никнеймом. Ну, а и теперь виноват я, да? Нормально, нормально. Ну, ты же выпросил. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Не пизди. Не пизжу, нет.
Ну да, особенно я, да? Да люблю, ну. Аня, ты чё? Да куда ты там опять с этого свалил? Да надо, по заданию. Я понимаю, что по заданию, куда? Ой, идите вы в сраку со своими шахтами, ну. Ни хрена не видно. Стример не тупой. Все. А вот и не подеретесь. Ой, ну ладно. Ну, чё ты, ну? Кто тут? Никто не дрался. Ну? Подмогу вызывали? Он не выпрашивал. Вот! Вот! Лаценто, молодец. 50% тебе. А байт это не выпрос, типа, да? Нет. Вообще-то. Ну? Я не байтил, я просто говорю то, что белка много донатит. И все. Какой тут байт? Я же говорю, я ни на что, конечно, не намекаю, но белка много донатит. Ну ладно. Купи мне машины вращать. Ань, я бы с радостью, но машин, да, денег не так много. Да, это знаешь, купи слона. Денег мало, а ты купи слона. Ну. Ощам просто вот этому говнюку. Я так понимаю, мы уже прям близко, да, к этому главному. О, коды. У нас есть коды, да. А Тумас мертв. Все сделано. Отлично, теперь на базу. Найдите его корабль и отправляйтесь на Всемогущий. Мы на вас рассчитываем. Заныкался, все. Нехилую работенку ты проделала, страшно. Ты это, я назад всем расскажу. Надо было. Тумаса больше нет. Назад надо было. Ну ты понял. Угу. Запускаем новый хэштег. Хэштег Ани машину. Все, кто не задонатит, будет Педро. Все. Максимальный донат? Нет, не максимальный. Минимальный донат 100. Все. Ну, давай вперед. Ну, блин, сам Аня сейчас будет стримить. Да без проблем. Я же говорю, Аня сейчас будет стримить. Я вообще без проблем. Она стримить не будет. Да в смысле не будет? Будет. Нет. Будет? Нет. Будет? Нет. Да. Она просто собирает и все. Нет. Она будет стримить. Ты сказал? Да. Ну, вот это ты сказал. Ну, я знаю, что это я сказал. Ну, вот и все. Белка, one love. Да. А, опять загружаемся, 200 лет. О, я на Streamlabs зашел. О, Streamlabs, Donation Alerts.